ответ, что я с ним не согласна, поскольку он не борется, он не мается, он свободен. Он на протяжении всего фильма, даже песня «Я свободен» Кипелова, даже его слова «Свобода», «Выпьем за свободу», это все говорит о его внутренней свободе, и нет никакого конфликта. Я читала книгу, и постоянно, да, я ее перечитала еще специально для показа, прямо на днях. И, конечно, мне это очень сильно мешало, когда я смотрела фильм, но я хотела бы поблагодарить режиссера и всех-всех актеров. Мне очень все понравилось. И мы обязательно, да, напишем. Это здорово.